В районе Донецкого аэропорта, одной из самых горячих точек противостояния сепаратистов и украинских силовиков, в пятницу велись активные боевые действия. Украинские военные утверждают, что за минувшие сутки были убиты 6 человек и 18 получили ранения. В пятницу Минобороны ДНР, сообщает РИА Новости, заявила о взятии под контроль аэропорта, уточнив, что в новом терминале еще остается около десятка украинских силовиков. В свою очередь, глава информационного центра штаба АТО Роман Туровец заявил агентству «Интерфакс Украина» о том, что силовики продолжают защищать терминал и не планируют покидать аэропорт. Жители Донецка живут в атмосфере постоянного страха и тревоги. Постоянно. Я уже не пойму, кто стреляет, откуда стреляет. Сидишь, гремит все, думаешь, завалится, думали, нет, попадут или не попадут. Переживаешь больше за то, что, не дай бог, оно дома находишься, оно влетит, снаряд этот, что произойдет. Страшно. Просто хотелось бы скорее бы это, чтобы все закончилось. Попытки добиться перемирия в районе аэропорта Донецка предпринимают наблюдатели ОБСЕ. Между тем, в Минске сорвались переговоры контактной группы по украинскому урегулированию. В белорусскую столицу не прибыл представитель Киева.